Dėmesio. Nusileido lėktuvas iš Sočio ir Kijevo. Reisas 80-40. Внимание, встречающих! Прибыл самолет рейсом 80-40 из Сочи и Киева. Встречающих просим пройти в зал прибытия. Водитель, может, на вокзал подбросишь? Водитель. Товарищ директор. Товарищ директор, как же это я? Привет, Антанас. Здравствуйте, товарищ директор. Раз объявили, опаздывает самолет. Второй, вот я и проспал. Что же это такое? Я целый час москвич ищу. Где же наша машина? Списали старушку. Списали, товарищ директор. Только вы на курорт позвонили нам и, мол, забирайте эту «Волгу». Говорят, театру не даем, заводу не даем, даже исполкому не даем. Только вам, товарищ директор. Что еще нового? Это и есть самая последняя новость, товарищ директор. Говоришь, театру не дают? Обойдутся. Поехали. Хороший будет денек. Всегда найдется, кому испортить этот хороший денек. Как ты? С женой помирился? Помиришься с ней. Упрямая, как коза. Может, мне с ней поговорить? Не надо. Могу поговорить. Не надо, товарищ директор. Сам справлюсь. Как хочешь. Остановись тут. За руль хотите? Дай попробуй. Пожалуйста. Прошу тебя, давай. Поехали. К пиранам. Один километр. Умоляю, помоги пиранам. Слушай, гражданка, ты же на моем месте. Ты куда влезла? Один километр, умоляю тебя, пирана. Довези. Ну, давай, дорогой, залезай скорее. Поехали. Смотри, какая машина. Хорошая у тебя. Довези один километр, начальник. Ее хватит, хватит. Что ты такой грустный, начальник? Цыганку отвезешь, счастливым будешь. Ох, грустный какой. Машина у тебя какая. Шофер красавец, а? Давай погадаю. Все расскажу, правда, любовь, смерть, все правда, по ручке. Давай, дай ручку, красавчик, все расскажу. Цыганка тебе скажет, давай ручку, красавчик. О, красавчик. Запретная любовь у тебя, красавчик. Вот как?
Да, жена есть, дети есть. Ты о будущем, о будущем. Про жену я знаю. О будущем сейчас тоже скажу все, скажу, все надежды потеряешь, красавчик. Счастливым будешь, потом глаза тебе кто-то откроет, грустным будешь, красавчик. Любовь потеряешь, большое дело задумаешь, но счастливым будешь, из заколдованного круга не выйдешь. Кем родился, тем умрешь, красавчик. Куда взгляды расышь мусной? Пирано, приехали. Красавчик, скажи, чтобы остановил машину. Остановись, начальник, приехали. Слышишь? Эй, Пирано, Пирано, давай, приехали. Сустав, давай, Антон. Давай. Остановись, Антон. Слезаю, Пирано. Останови машину, кому говорят. Сустав, Гильдия. Остановись. Чтоб вы все пропали. Дай мне. Хорошая машина. Лучше москвича. Привыкнуть надо, как любой. Скорость? А, нормальная, нормальная. Яра мечет и покал нас, клеет и кьяра. Что это? Зажигание. Притормозите. Что это, вы Волга? Вот тебе и Волга. Сейчас посмотрим. Ну, что там такое? Извини. Это что такое? На юге купил. У нас теперь таких нет. Что ты с ним будешь делать? Что? Надо, мать, надо. Вот начнется охотничий сезон. Ради бога, ты что, собираешься стрелять? Собираюсь. Первый секретарь давно зовет. А теперь, когда я на таком посту, я должен быть со всеми. Ты чего? Ты же курица, голову не мог свернуть. Мне твоя мать рассказывала. Что было, то было. Охотник не мясник, запомни. На охоте главное общение. В кабинете тогда на заседаниях ничего не решается. А на охоте или финской бане
Другой разговор. Все на месте. У всех хорошее настроение. Чего желаете, пожалуйста. Кто не может, тут же находится начальник, который все может. Если на охоте или финской бане что-то пообещают, никогда от своего слова не откажутся. Привет. Эгли не появлялась? Альфреда, телефон. Бегу. Алло. Алло. А что? Я слушаю. Насчет Дариуса надо в школу зайти, к директору. Ты же всегда этим занималась. Я звонила, но он мне не сказал ничего конкретного. Он хочет с тобой поговорить. Что? Что ты сказала? В школу надо зайти. Ладно. Что натворил там этот Аболтус? Не называй его так. Никакой он не Аболтус. Стихи какие-то у замка читал. У замка? Какие стихи? Не знаю. Сомнительные. Я толком и не поняла. Директор по телефону не мог или не хотел объяснить? Сомнительные, несомнительные. Мог, не мог. Знаю, не знаю. Тогда кто это знает? Директор с тобой желает разговаривать. Привет. Где пропадала? Я тебе звонила. Отец вернулся? Не знаю. Отозвался мужской голос. Что ты ему сказала? Ничего, положила трубку. Может, не туда попала?
Может, ты не туда? Будешь есть? Саулис, ты как? Не знаю. Подумаем. Перекусим? Нет, не могу, мне пора. Неужели тебе есть не хочется? Бегу в ресторан работать, там перехвачу. Ну, бай. Бай. Я бы желал знать, где ты шляешься на ночь глядя. Здравствуй, папа. Здравствуй. Как тебе солнечная Грузия? Много тостов выучил? Ты мне ответь на мой вопрос. Почему на ночь глядя? Еще нет и 12. Иди, иди. Иди сюда. Мне хотелось бы знать, где ты так поздно шляешься. Где-где? За решеткой. За какой решеткой? Школьный подвал мы зовем за решеткой. Мы там репетируем, мама знает. Дыхни. Отец. Я не буду дышать. Пил. Я не пью и не курю. А друзья твои курят? Это их дело. Дыхни, дыхни. Почему же ты боишься, если не пил и не курил? Это унижает мое достоинство. А твое достоинство не унижает то, что я вынужден ходить к директору школы? Что случилось? Можешь сказать нам с матерью, что случилось? Ничего, ничего не случилось. Дариус, сынок, ты должен нам откровенно все рассказать. Так почему меня вызывают в школу? Почему я должен идти к директору школы? Мы смылись с лекции. Приехал какой-то лектор из Вильнюса читать нам о морали советской молодежи. Надо же такое придумать. Из него песок сыпется, а он о морали будет рассуждать. Классная у дверей стояла. Кто? Классная. Надеюсь, это была не твоя идея. Кто первый сказал мяу? Разве это главный отец? Да, да. Именно. Кто первый сказал мяу? Потому что он зачинщик, организатор. Мы договорились после уроков отметить юбилей князя Скаудаса. У замка? Что вы можете отмечать? Что вы хотели отмечать? Тысячелетие князя Скаудаса. Был такой князь. Молокососы. Молокососы. Сопляки. И такая чушь могла вам прийти в голову. Начитаются сказок. Тебе не ясно, что это сказки? Так чего же ты испугался, если это сказки? Испугался? Да. С историей не шутят. Был Витаутас. Был Йогайло. Другие признанные историей личности. А Скаудаса не было? Это легенда. В лучшем случае... Еще одна версия о названии нашего города. А история должна нас учить. Чему? Чему тебя научила история? Что за стихи ты там читал? Свои. Сам сочинил. О князе Скаудасе. Дай сюда. Чего захотел? И ты как наш Дирик. Кто? Директор.
Чуть кармана не вывернул, искал стихи. Нет стихов. Вот они где все. Не забывай, что в университет тебе поступать со школьной характеристикой. Молокосос. Товарищ директор, вас. Алло. Косов. Слушаю. Косов, я вас слушаю. Вы ошиблись. Товарища Рукаса мы проводили на пенсию. Это директор музея Борис Адамонис. Алдона, всегда спрашивайте фамилию и должность. Привет. А, привет, привет. Как живешь? Нормально. Как жена? Хочу с тобой поговорить. Мы так редко видимся. За мной должок. Я помню. Вот если бы ты мне... Да что ты, Вилюс? Я и забыл об этом. Ждут меня гости. Извини. Меня ждут. А как сын? Нормально. Готовится в университет. Не сердись, ждут меня. Директор, товарищ директор, звонил директор Рукас. Ой, извините, товарищ директор, звонил Рукас, просил вернуть рукописи где-то в вашем столе. Я отдал их на инвентаризацию. Можно сделать факсимиль, если надо. Пусть обратится в фонды. Прошу, Че. В зале скульптуры перед вами работы разных веков. Хотя их разделяют столетия, в них явно видна преемственность традиций. Литовская школа скульптуры представлена творчеством Йозеса Микенаса. Он говорил: «Я учился искусству ваяния у народных мастеров и древних греков». В этом зале выставлены и работы молодых литовских скульпторов. Перед вами работа Дали Матулайте, Неринга. Древняя легенда рассказывает, что дочь рыбака Неринга спасала рыбацкие лодки от бурь. Наш новый директор, товарищ Адамонис. Абадина. Guten Tag. Guten Tag. Mal nochmal die Frage. Sehr angenehm.
Мой директор. Звучит? Еще бы. А научный сотрудник? Сравнил. Ну, где же твоя мастерица? Хочешь сказать, что мы задержались? Грищи. Успеешь. Ты никогда не бываешь со мной просто на природе. Тут так чудесно. Отдыхай. Расслабься. Я не хочу быть только любовницей. Я понимаю, что у тебя нет времени, много работы. Теперь ты панически боишься, что я зайду в твой кабинет. Товарищ Боните, товарищ Боните. Ты мне нравишься. Мне хорошо с тобой. Зачем переливать из пустого в порожнее? Сама понимаешь. Неудобно. Вокруг люди все видят, все слышат. Трудно. Замри. Ну ладно. Идем тут рядом. Ты прости меня. Может, иногда я невнимателен к тебе. Я не знала, что тут все так. Пустяки. Мы чудесно прогулялись. Думаешь, соврала?
Совсем недавно тут вправду жила женщина. Она ткала старинные ленты. Летом я приезжала к бабушке, она жила рядом. И я часто сюда прибегала. И сейчас захотела вернуться в детство? Что ты? Это невозможно. Мастерица умерла, и дом разрушается. Идем отсюда. Я очень боюсь старости. Я очень боюсь смерти. Как ужасно пахнет старость. Здесь пахнет смертью. Мадам Тереза. Мадам Тереза. Мадам Тереза. Вы задремали? Нет. Я вот так сижу и очень ясно вижу. Я вижу этот зал. Вижу, как гордо шефствует по нему граф Тотс. И показывает своему гостю, графу Потоцкому, картины, коллекции оружия. Весьма возможно. Но не забывайте, что у нас тут ценные экспонаты. Конечно, извините. Мы рады, что не забываете нас. Как же вас оставить без опеки? Прошу. Прошу. Добрый день. Здравствуйте. А где гости? Обедают. Скоро будут. Познакомьтесь, это наш старший научный сотрудник, товарищ Мацени. Очень приятно. Что-нибудь предложить? Вам кофе или чай? Нет. Раньше я любил кофе и крепкий чай. Теперь нет. Мне не наливайте. Спасибо. Вот о чем я хотел бы спросить вас. Да? Как дела с новым зданием музея? Стройка идет к концу. У меня возникла такая мысль. Ведь у нас нет своей выставки достижений народного хозяйства. Так сказать, место, где бы демонстрировались успехи нашей промышленности. Как вы посмотрите на то, чтобы в новом здании выставить наши достижения? Все, что производят городские предприятия. По проекту там должны быть археологические, исторические отделы. Понимаю. Но надо подумать, что важнее. А то приходят ко мне передовики труда и говорят... Где наши победы? Где наш сегодняшний день? И в самом деле, мне нечего им ответить. Вот так? А музей вполне бы мог справиться с такой задачей. Здесь самое подходящее место для дворца выставок. Вы понимаете меня, товарищ Адамонис? Да. А предприятие позаботится об экспонатах, они заинтересованы. Беритесь за дело, а мы поможем. И транспортом, и средствами поможем. Только действуйте.
Постараемся. Действуйте. В заключение хочу подчеркнуть вот что. Анализ археологических находок не дает однозначного ответа на вопрос об этнической принадлежности тех, кто населял эти территории. В письменных источниках также нет точных сведений о происхождении литовских племен. Как показывают погребальные памятники, в первое тысячелетие нашей эры на территории Западной, Центральной и Северной Литвы происходили перемещения балтийских племен. Итак, друзья, из балтийских племен, принадлежащих культуре шнуровой керамики, должны были сформироваться и литовские племена. Возникает естественный вопрос, в какой локальной группе следует искать корни самых древних литовских племен? Разумеется, культура шнуровой керамики, продержавшаяся весьма долго и распространенная по всей Восточной Европе, не могла оставаться однородной. Многое зависело от природных условий, от связи с другими культурами и прочих факторов. Спасибо за внимание. Можно, товарищ лектор? Это вопрос или вы хотите выступить, товарищ Каспарс? Вопрос. Наш лектор спешит в Вильнюс. У него уже в обрез времени. Ну, если только коротко. Хорошо. Товарищ Павжа, в последнее время выдвигается гипотеза, согласно которой упомянутые вами ранее городища в Жемайтии, Северной и Центральной Литве, очень напоминают очень близки культуре, распространенной в периферийной области Литовского Взморья, то есть ареал Куши в первые века нашей эры был гораздо шире. Товарищ Каспарес, простите, мне кажется, это очень сложный вопрос. Мы его сегодня здесь не решим. Может, обратимся к нему в следующий раз? Благодарю вас. Ну как? Горишь? Я сейчас плесну пивком на камне. Может быть, по маленькой, товарищ директор? Переборщил ты. Ничего, в аду жару побольше поддадут. Слабаки вы, мужики. Слабаки. Вот видишь, как мы тут живем? А ты, наверное, думал, провинция, провинция. Я ничего не говорю. Думал, думал. Что? Ну, давай. Одна нога здесь, другая там, мигом. Не ожидал тебя увидеть на месте Рукаса. Давно ты ходишь в директорах? А что это тебя удивляет? Директор. Бывает же в жизни так. Одному подфартить, другому нет. Ручаюсь, что в музее ты не задержишься. Плохо ты меня знаешь. Лучше сменим тему. Мне нужен рецензент. Ну, человек, который помог бы мне протолкнуть книгу. Ничего странного, я пишу книгу. Книгу? Да. Пишу историю нашего края. О его прошлом, о настоящем.
Понимаешь, нужен пробивной тип. Таран. Из министерства или редакции? Подумаю. Думай, думай. Серьезно. А теперь, девочки, бултых в пруд. Послушай, а может, Гарольд? Правда, давненько я его не видел. В последний раз, когда еще на комсомольской работе были. Я его тоже не встречал. Он уже не в нашей системе. Можно сказать, без пяти минут министр. Да-да. Ну, а у тебя как? Квартира хорошая? Нет. Машина есть? Нет. Да как ты живешь? Мне этого не надо. Брось ты философствовать, музейный жук. Погляди, как мы живем. Какую экспозицию оборудовали. А еще дворец выставок отгрохаем. Вся республика и Вильнюс ахнут. Не веришь? Почему не верю? А кто над наукой будет корпеть? Теннисные корты соорудим. После работы теннис. Неплохо придумано. Как мы будем жить, такая и история будет. Ведь наша работа тоже история. Так и потомки нас будут вспоминать. Ты говоришь прямо как Чехов. Иронизируешь? А ты не меняешься. На все смотришь глазами боксера. Отправишь в нокдаун любого, кто на пути встанет. А ты разыгрываешь из себя скромника. Такой я и есть. Ты тоже не изменился. Идеалист. Беззубый идеалист. Мне пора в гостиницу. Ну вот еще. Сиди. Зря ты спешишь. Ну, как знаешь. Смотрите, кто приехал. А ну, девочки, возьмите его, ведите, не отпускайте, не отпускайте.
Гребенщиков. Лестро Аргенто, Клячида Рондо, Проспер Вента, Венита Джере, Маркета, Мия, Санта Лучия, Санто, Лючия, Верите, Алджире, Маркета, Мирия, Санато, Лючия. Привет, Антанас. Здравствуйте, директор. Врачи рекомендуют пешочком. Уже высох. Прошу. Здесь стенды. Вот еще одна комната. Здесь собраны интересные экспонаты. Конечно, эта продукция не серийная. Но что главное, они уже готовы. Открытие выставки назначено на 12. Это главное мероприятие городского праздника. Торжественный ужин 8. Мы так и планируем. Все будет в порядке. Товарищи, я пообещал первому секретарю. Алдона, позвони насчет пригласительных. Я прошу, я просто требую ежедневно отчитываться о том, что сделано. Наш город взял свое начало от старинного замка. Как гласит легенда, в глубокой древности этот замок воздвиг славный литовский князь Скаудас. Есть еще легенда, как возникло название нашего города. Ни один мужчина литовского племени не сдавался в плен, а раненые на поле брани, стиснув зубы, они стонали. Больно, Скауда. Считается, отсюда и пошло название нашего города. Альгис, скорее, идем в другой зал.
Наверх, наверх. Там моя квартирантка живет. Молодая? Молодая, молодая, не знаю. Поди и спит еще. Альфреда? Открой. Хозяйка, я еще сплю. Господи, спит она еще. Вставай быстрее. Открой дверь. Ну что ты боишься? Мастер пришел. А нельзя ли в другой день? Нет, нет, не может он занят. Хорошо. Но я еще не одета, в ночной рубашке. Да ладно, брось. Хорошо, хозяйка. Не нахожу халат. Никто на тебя не взглянет. Ладно, я сейчас, только вот... Постель еще застелю, а то мне неудобно. Сейчас. Одну минутку. Не копошись ты. Доброе утро. Доброе утро. Так где же это? Разве не видишь? Не вижу. Ну вот здесь, под окном. Здесь? Ну как? Видите ли, здесь, хозяюшка, мне сдается, надо делать все заново. Заново. Еще чего? Как это еще чего? Все? Выломано? Какая мелочь? Это мелочь. Неделю придется возиться. Ну уж и неделю. Если не дольше. Ой, и больше. Не верите? Можно и покрепче материал взять. Но это будет стоить подороже. Может, и договоримся. Здесь мне все ясно. Где еще? Проходите прямо. До свидания. До свидания. Там еще одна комната. Где? Ну так показывайте, где. Ну так на веранде, вон там. Ты же говорила, она на базаре. Цветами торгует. Только не жалей, что пришел. Мне цыганка нагадала. Есть у меня тайная любовь. Тайна, черт побери. Что у меня на лбу написано? Написано, что боишься. Говоришь, как моя жена. От нее бежишь ко мне, от меня к ней. И вечно в страхе. Возьми. Где мой галстук? Все. Сегодня же напишу приказ. Уволю мадам Терезу. Сегодня не уволишь. Почему? Суббота. Значит, уволю в понедельник. Чем же она тебе не угодила? Музей не место для сказок. Надоело. Не хватало мне еще и ее кошмары выслушивать. Наберу новых людей. Таких, как я? Без крыши над головой, без будущего, на жалкую зарплату? Не будем ссориться. Успокойся. Послушай, хозяйка что, целый день будет торчать дома? Есть хочешь? А я хочу.
Господи, Болис, как ты меня напугал. Что случилось? Ничего. Я пришел домой. Ты меня напугал. Что-нибудь случилось? Нет. Ты же знаешь, что я не выношу. Я не выношу, когда кто-нибудь стоит за спиной. Я думал, ты слышала, как я пришел. Мог предупредить. Теперь кошмары будут сниться. Ты знаешь, я пишу книгу об истории нашего края с древнейших времен. Книгу? Да-да, книгу. Как ты сможешь ее написать? Для книги надо собирать материал, рыться в архивах. Это серьезный и кропотливый труд. Ты умеешь агитировать, убеждать людей. Книгу. Ты и письма-то путного не сочинишь. В музее все есть, а то бы я и не взялся. Да и первый секретарь напутствовал. Такого заказа еще не было. Это не брошюра, а книга о нашем крае, о людях, о промышленности. Но пока об этом никому ни слова. Начнут болтать, как стал директором, сразу и книгу. Все-таки я боюсь, Болис. Чего? Люди на заводе стали меня стороной обходить. Как завидят, смолкают. Раньше этого не было. Зависть это. Зависть. Ты жена директора. Понимаешь? И должна вести себя соответственно. Ну а как я веду себя? Несоответственно? Не увязываю за тобой финские бани на пирушки? Как всякий нормальный человек, стою в очередях? Не о том ты. Не о том. Я понимаю. Я не молода. Красавицей никогда не была. Ты женился на мне, потому что мой отец был председателем колхоза. При деньгах. Не было проблем. Ни с квартирой, ни с мебелью. Ты все сказала? Все. Тогда мне остается собрать чемодан и уйти. Ты этого не сделаешь. Интересно, почему? Потому что ты не сумеешь уже создать себе такой комфорт. И еще из-за страха. Какого страха? Из-за страха потерять свое положение. Из-за страха, что будущее не зависит от тебя. Ты знаешь, что в директорском кресле можешь и пальцем не шевелить. Да, если только начнешь шевелить, наделаешь ошибок. Как бухгалтер на большом заводе, я прекрасно вижу, как человек, ничего не делая, одолевает ступеньку за ступенькой. И глядишь уже наверху. Иди завтракать. Читай газеты. Уже прочитал. Тогда смотри телевизор.
И вы, и я любим рок, разве нет? Рок нас волнует, рок нас возбуждает. Рок нам дает счастье, особенно когда температура у нас поднимается до 60 градусов. Ну а теперь мне до 15. Не надо ли нам слегка разогреться? Итак, приглашаем очень интересных исполнителей под кодовым названием «Скаудесы». И, конечно, их лидер, пока не превзойденный, Дариус Адамонис. Держали колюди, коверки нурайда шакас, косвира жалей лапялей, коварби не болта сраса. Отец мой любил эту песню. А ты помнишь, как собирались мы на мельнице твоего отца? Мукой кидались. Ты своего отца Цезарем называл. Имя его было Цезарь. Послушай, Болис, я давно хотел тебя спросить. Спрашивай. Ты женился тогда на той Кармен? Ее звали Софья. Да, Софья, Софья. Софья Пампушка, на цыганку была похожа. У тебя тогда много денег было? Неудивительно. Она в буфете работала. Софья, Софья. Помнится, какая-то скандальная история с ней вышла. Ограбили ее, что ли? Сама все разыграла. Иди ты. Недостача у нее была. Получила год. И отсидела? Ты женился на ней? Затащила меня в ЗАГС прямо перед этим. Расписались. Ну, а когда села, развелся. Все очень просто. Никаких проблем. Ни суда не потребовалось, ни согласия. Начальство мне посоветовало. Ну, а теперь у тебя жена красивая?
Не знаю. В провинции совсем другие мерки. Сегодня я вышел из вагона, аж сердце быстрее забилось. Знакомый запах. Заплесневеешь ты в своем захолустье, Борис. Ну, поехали. А что можешь предложить? Ну вот, устроят твоего сынка в институт. В университет. Университет, правильно. Найду и тебе местечко. Будешь доволен. Нет. Дворец выставок открою осенью. Экспозицию наших достижений. Тогда пожалуйста. Тогда извольте и увольте. Извините. Хозяин, может, горячее подавать уже? Нет, не надо, все хорошо. Ой. Позвольте, я повешу ваш пиджачок, хорошо? Пожалуйста, пожалуйста. Чтобы не помялся. Пожалуйста. Идите домой, идите. Спасибо. Так за сына я могу быть спокоен. Спокоен, неспокоен, но постараюсь помочь. А с этим что? Потом договоримся, когда поступит. Забери, забери. Знаешь что, оставайся. Послезавтра как раз мои именины. Это матушка моя, она читалась романов, назвала меня Гарольдом. Гарольд. Какой я Гарольд? Отец всю жизнь меня Владосом звал. Как мое предложение? Остаешься? Нет, не могу. Прости, не могу. Тем более, что наш первый секретарь тоже Владос. Мой ангел-хранитель. Ты сам понимаешь, надо организовать поздравления. Я верен своей тактике. Знаешь, мы тебя в университете называли Наполеоном. Как я злился из-за этого. Чемпион Борис Наполеон. Звучит. Я только что с поезда, попросите ее к телефону. Телефон. Спасибо. Иду. Доброе утро. Девушка, я хотел бы с вами познакомиться. Когда? Теперь. Я приеду к тебе. Увы. Пора на работу. Понял. Твоя хозяйка держит ушки на макушке. Почему она не на базаре? Алло. Алло. Альфреда. Алло. Алло. У меня есть пару часов. Кстати, знаешь, зачем я тебе звоню? Организуешь мне цветы у своей хозяйки? По какому поводу? Дорого они вам обойдутся, товарищ директор. Ясно.
Поздравляю, сынок. Считай, что одной ногой ты уже в университете. Ты понял? Одной ногой ты уже в университете. Это твое будущее, твоя жизнь. К чему эти громкие слова, папа? Это не слова, это уже реально. Это мне? Спасибо, сын. А где третья тарелка? Как ее зовут? Эгля. 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 Дарис приглашает нас завтракать. Она не слышит, папа. Эгля. Эгля. Уже? Отец на кухню зовет. Добрый день. Доброе утро. Осторожно, товарищ директор, осторожно. Первый секретарь, говорите, заядлый охотник? Здесь есть где-то одна вещичка, 18 век. Франция. Посеребренная бронза. Где-то тут должна быть. Куда я ее сунул? Вот она. Зайдите, товарищ директор, с этой стороны. Такую не стыдно и английской королеве подарить. Прекрасно. А ее нигде не выставляли? Нет. Она до войны во дворце графа Тотца была, а теперь здесь. Отлично. Она у нас не числится? Нет. Перму должна понравиться. Ладно. Берем. Только упакуем, красиво упакуем. Это перепечатай. Товарищ директор. Почему посетитель в моем кабинете? Но это бывший директор, я не могла его не впустить. Благодарю. Здравствуйте, товарищ Рукас. Я слушаю. Я слушаю. Я слушаю вас, товарищ Рукас. Я не нахожу слов. Я не знаю, как это назвать. Это немыслимо. А что случилось? Не понимаю. Вы прекрасно знаете, что случилось. Нет. Эти материалы я собирал всю жизнь. Рылся в старых бумагах. Складывал лист к листу. Не понимаю. Вы не думаете, что я пришел сюда
о чем-то просить. Разговор у нас принципиальный. Я буду защищать свои убеждения, независимо от должности, которую я сейчас занимаю. Товарищ Рукос, вы не волнуйтесь, не нервничайте. Да, я стал немного нервным. Стал несдержанным. Я слышал, вы болели? Ради бога, оставьте в покое мои болезни. Не будем об этом. Не будем. Вы воспользовались тем, что я оставил свои записи и украли их. Эту книгу писал я. Я работал над ней всю жизнь. Мечтал оставить ее людям, будущему, науке. Я не понимаю, товарищ Рукас. Мне предложили. Предложили написать книгу об истории нашего края. О перспективах. Я не вижу в этом ничего преступного. Где мои черновики? Мои рукописи. Где? Где они? Верните их. Товарищ Рукас, мы их отдали на инвентаризацию. Они теперь собственность нашего музея. Они наша гордость. Как хитро придумано. Но я сделаю все, чтобы эта ваша писанина не увидела света. Это книга о настоящем нашего края, об экономике, о перспективах. Слышал. Слышал о ваших грандиозных замыслах. Для вас история Литвы в лучшем случае начинается со дня вашего рождения. Не будем ссориться, товарищ Рукас. Музей – мое детище. И я не хочу увидеть его мертвым. Добрый день. Надеюсь, это не мне. Товарищ Рукас, я хотел бы с вами посоветоваться о раскопках. Thank you.
Ты говоришь, ночевать негде? Пойдем покурить? Тогда по маленькой сделаем. Погоди, куда идешь? Придурок какой-то. А еще в галстуке. Пошел к черту. О, Боже. Говоришь, он тебя любит. Не знаю, не знаю. По-моему, он тебе пудрит мозги. Кончай, Юрате. Ну почему? Я только начала. Очень волнующая тема. Хочешь? Я уведу его у тебя. Зачем это тебе? От нечего делать? Он любит ходить по кафе. Он очень порядочный и серьезный человек. После работы спешит домой и всегда запасается алиби. Умираю. Так как же ты с ним видишься? Я, это совсем другое дело. Спорим, он тебя забудет при первом же удобном случае. И этот случай ты. А почему бы и нет? Спорим? Послушай, что на тебя нашло? Смени тему. А почему ты его так защищаешь, этого невинного агнца? Что ты о нем знаешь? А что ты? А я все. Тебе ведь известно, что я все обо всех знаю. Хотя бы то, что он заберет твои лучшие годы, а расплатится обещаниями. Вот и все. Говоришь, он несчастлив в семье. А мне кажется, что это старая песенка деловых мужчин. С первой женой он прожил всего год, развелся, несчастливый брак. Потом прибыл сюда. После работы пел в хоре и познакомился там с примерной дочкой председателя передового колхоза. Между прочим, кое-кто считает это решающим фактором в его вдруг вспыхнувшей любви. После этого он нашел еще одну Золушку, которая влюбилась в принца. Альфреда, к телефону. Хочешь, я с ним сейчас поговорю. Откуда ты знаешь, что это он? На лице написано. Одним словом. В конце два квадрата проиграем с импровизацией на саксе. И без повтора. Потом ты, Ромас. Готовы? Погнали. Labai labai skaudu.
Здравствуй. Здравствуй. Узнала. Здравствуй, внучек мой. Не надо было вставать. Идем, сядем. Курмама. Где мама? Мама пошла на Святую Гору. Как ушла? Говорит, сегодня годовщина. Недавно ушла. А ты не встретил ее? Нет. Садись. Здесь не сыро? Нет, ничего. Ушла, а я думал, быстро обернусь. Она недавно пошла. Ты не встретил? Нет. Не встретил, надо же. Так я поеду. Ну ладно, поезжай. Только мимо мельницы. И прямо, прямо. А то там дорогу раскопали, еще чего случится. Хорошо, держитесь. Пока. Ну, путь добрый. Пусть тебе солнышко посветит, дорогу укажет. Мама. Мам. Болис. Господи. А я как раз о тебе думала. Зачем ты ходишь сюда? Ведь у тебя ноги болят. Я искала тот крестик, что принесла сюда, когда ты был маленький. Мне кажется, он совсем в другом месте. Неважно. Разве для вечности важно, если я и ошиблась на пару метров? Сыночек, когда ты был маленький, как-то раз оставила я дверь нараспашку, а ты спал в колыбельке. Вернулась, смотрю, курица над твоей головкой крыльями машет. Ты проснулся, испугался и с тех пор начал заикаться. Господи, сколько я тогда пережила. Люди мне посоветовали, поставь крест на этой святой горе. Она и поможет. Ты опять за свое.
Но ты поправился в том же году. Помаленьку, помаленьку поправился. Ты на машине? Да. Погоди еще, я немного побуду тут. Я не хочу, чтобы меня тут видели. Кто ж тебя увидит? Все на работе. Раньше, когда я гуляла тут, слышала, как колокола звонят. А сегодня кто-то стрелял и стрелял. Так мне тревожно стало. Совсем люди с ума посходили. Сынок, когда я помру, обещай, что сделаешь одно доброе дело. Просто так. Без всякой корысти поможешь человеку. Я делал сотни добрых дел. Нет, нет, не то. Одно. Я обещала, ты должен сдержать слово. Хорошо. Не мог со двора подъехать? Да нет, к парадным дверям подогнал. А что это такое? Экспонаты с завода. Голубые унитазы на выставку. Несите. Выгружайте вон туда. Добрый день. Добрый день. Это Сливу 7? Да. Альфредо Бонити здесь живет? Да. Можно зайти? Пожалуйста. Проходите. На второй этаж и налево. А собака не кусается? Не бойтесь, я вас провожу. Прошу. Пойдите. Товарищ Бонити, почему вы не на работе? Ты сильно рискуешь. Что случилось? Почему ты дома? Не хочу и все. Меня сегодня Мацене заменила. Мацене не директор музея. Кроме того, у нее свои обязанности. Что ты делаешь? Как всегда? Нет. Я на минутку, меня ждут. Подождут. Ты сам когда-то говорил, что не хочешь жить двойной жизнью. Что хочешь попробовать все сначала, что хочешь все изменить. У тебя отличный случай. Мы сейчас позавтракаем, а потом пойдем в кино. Говорил, но это было раньше, когда я еще не был директором. А теперь ты не можешь от меня этого требовать? Могу. Если не хочешь в кино, можем пойти в музей. Я знаю прекрасный музей. Мы будем ходить по залам и украдкой целоваться. В 12 меня ждут люди. Подождут. Отдай ключ. Не дам. Что такое? Не дам. Детский сад какой-то. Ну ладно. Я надеюсь, ты не хочешь мне испортить такой день? Самый большой праздник в моей жизни. Добрый.
Тебе хочется, чтобы я выпрыгнул в окно? Прыгай. Или позвал хозяйку, чтобы она взломала дверь? Подумай о своей репутации. Я тебя не узнаю. Меня трудно узнать. Ты давно не был на работе. Уже несколько дней на твоем столе лежит мое заявление. Знаю, видел. Ничего нового. Я ухожу из музея. Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Открываем дворец выставок, новые перспективы, новые штатные единицы. Я считал тебя умной современной женщиной. Оказывается, с тобой нельзя иметь никаких дел. И это идиотская выходка с ключом. Уже 12. Тебя ждут люди. Глупо. Глупо. Дура! Гасите свет! Да выключите! Сейчас, сейчас.
Регина? Регина, а ты че? Иди сюда. Регина, где? Слышишь? Что ты делаешь? Ты послушай, что он думает о своем отце и матери. Балис, положи на место. Это все равно, что читать чужие письма. Положи. Не чужие. Это наш с тобой ребенок. Погоди. Послушай. Увертюра моей жизни. Увертюра. Увертюра не так уж безнадежна, хотя постепенно мне открывается суть вещей. О моей экзистенции больше всего пекутся мои родители. Что я могу сказать о старике? Инициативный олух, переполненный кипящей энергией и распевающий в ванной арии из опер. Тебе смешно? Видеть себя на белом коне в любой ситуации. Подозреваю, что в борьбе за место под солнцем оценивать обстоятельства цинично. Вот оболтус. Настоящий оболтус. Лучше бы готовился к экзаменам. Балис, я прошу тебя, не считай. Мог бы хоть попросить. Я не буду слушать. Погоди, погоди. Куда ты? Здесь я тебе тоже? Послушай. Мать! Нет, ты послушай. Это еще не все. Мать, это тебе. Смесь рыбы с квочкой. Стул называют стулом, стол столом, а нашу семью ошибкой создателя. Ты что, с ним обсуждаешь наши отношения? Не кричи. Почему я должен молчать? Внушила ему всякие глупости. И главное, это сплошной набор твоих слов, твоих понятий. Да. Если хочешь выжить, надо быть на коне. Конечно, лучше, чтобы этот конь был белый. Да, я не могу себе позволить роскошь распускать нюни и быть сентиментальным. Это твоя самая большая добродетель. Вечно мечтать и быть непрактичной. Хорошо быть непрактичной, когда твой отец всю жизнь был практичным и муж практичный. Да, я живу правильно. Только циник может реально воспринимать действительность. У меня сильная воля. Ты можешь ему это объяснить? Мой отец был таким. Неправда, Балис. Твой отец был мельник. Когда люди умеют хорошо делать свое дело, они не хотят скакать ни на черном, ни на белом коне. Меня нет. Я еще не вернулся. Он еще не вернулся. Добрый вечер. Добрый вечер. Может, товарищ Балис? Может, товарищ Адамонис дома? Нет. Видите ли, мы вместе учились. Он, наверное, рассказывал вам. Я искал его на работе в музее, но он занят. Я ему... Передайте, пожалуйста. Хорошо, передам. Всего доброго. До свидания. Вечный круг лжи. Мог сам выяснить с ним, чего он хочет. Тебе. Должок. А почему ты сам с ним не поговорил? Всегда я выступаю в роли какой-то посредницы. Чей он друг детства, твой или мой? Если не хочешь с ним общаться, так и скажи. Я так и говорю. Ему скажи. Thank you.
вещи. Такой торжественный день. Летели, чуть не проскочили. Привезли, товарищ директор. Извините, товарищ директор. Все улицы перегородили, немного опоздали. Я понимаю, что здесь не очень удобно, но мне только важно примерить рукава и полочки. Пожалуйста. Ну вот, видите, прекрасно. Очень хорошо, как влито сидит. Осталось пуговицы пришить. К вечеру домой доставлю. Веселого вам праздника. Товарищ директор, я лечу насчет фейерверка и официантов договориться. Хорошо. Поехали. Плакат не упадет? Все в порядке. Как микрофон? Он проверен. Дорогие товарищи. Ну что же. Расступитесь. Раздайте стороны. Потеснитесь. Спокойнее. Спокойнее, будем ждать. Не шумите там. Прекратите. Уже выехали. Так вот, порядок такой. Сначала разрезаем ленту, потом цветы. Товарищи, пропустите. Добрый день. Познакомьтесь, товарищ Жигунас. Мы знакомы. А где первый секретарь? Мы проводили его на пенсию. Как? Да, на заслуженный отдых. Но ему же только 64. Это наш будущий первый. Товарищ секретарь, может, выступите? Нет, нет, вы сами. Болис, иди сюда. Твой дворец показывают. Болис, открытие показывают. Это немыслимо. 64. И конец. Был человек, и нет. Так ведь не умер? Умер, не умер. Человек жив, пока он на коне. Пока у него есть должность. На пенсию выгнали в 64. Ты представляешь? Нет, никак не было. Такого еще никогда не было. Такого не должно быть. Это не должно повториться. Меня нет. Слышала, меня нет. Тебя нет. Тебя нет, тебя нет, тебя нет, тебя нет. Адамониса нет, Адамониса нет, Адамониса нет.
Портной прислал. Сейчас хорошо было бы небольшое землетрясение или цунами. Товарищ директор, оркестр уже полчаса наяривает. Одно и то же. Надоело. В любом случае, надо ждать начальства. Так что же делать? Может быть, с программы начнем? Ладно, давай. У самого голова на плечах. Да не ходи ты по пятам. Дорогие товарищи, долг каждого человека отдавать все свои силы работе, осуществлению своей цели, своей идеи. Я думаю, что сегодня, такой торжественный день, когда мы открываем новое здание Дворца выставок, мы можем порадоваться, что собрались здесь на этот вечер. Жизнь не стоит на месте. Жизнь требует от нас глубокого осмысления действительности и умения радоваться победам, достижениям, будням и праздникам. С праздником, дорогие товарищи! Официанты, горячая. Горячая.
Вы не дорога, вы не. Внимание. Хочу короткий тост. За нашего директора. За вас, директор. Вальс дружбы. Танцуют все.